Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Демонстрирую, Аллу Грид вспоминаю, демонстрирую сейчас очень нежную, дипломатичную, красивую, утонченную, романтичную, свободную, дышащую, струящуюся. Посмотри, какая она просторная и очень нежная на ощупь блузу. Блузу, которая называется Карла. Очень красивая в вопросе не только сама по себе, но и она украшает женщину, делая вас летящей. Помните, царевна-лебедь? Нет, царевна-лягушка, когда она превратилась в царевну. Царевна танцевала, и из рукавов выплывали лебеди. Вот у меня такое ощущение, и хочется двигаться плавно и ощущать себя нарядной. Причем эту блузу, учитывая ее воздушность и учитывая ее свободный крой, можно носить и заправляя с юбками, демонстрируя тонкую талию с высокой посадкой. Можно носить сверху, акцентируя пояском. Можно вообще без всяких акцентов просто надели любой низ и пошли. Вернее, поплыли. Поплыли, действительно. Девочки, выбираем для себя блузу Карла. У нас есть целых три оттенка, потрясающие. Ты выбрала для себя серый цвет, да, хотя вот он совершенно не серый, очень яркий, очень женственный. Также у нас есть ментоловый цвет, такой нежный, такой... Да, разбеленный. Да. И, конечно же, белый, нарядный цвет. Вот впереди у нас, собственно говоря, выпускные вечера, да, майские праздники. Мне кажется, каждая женщина захочет почувствовать себя вот такой нарядной. Шифоновая. Дорого смотрится, как из дорогого шелка. А здесь действительно шелк, но только он экологический. Блуза не тянется, но это и не нужно. Она свободного кроя. А внизу, Юль, по подолу эластичный манжет. Вот он-то как раз тянется. И его можно носить как низко опустить по бедрам, так и выше по талии, образовать напуск. И более длинные ноги будут казаться, да, насколько я по себе знаю. Мне вот эксперт Наталья Акимова посоветовала так делать. Девочки, в любом случае, блуза Карла – это что-то потрясающее. Это дизайнерская блуза для вашего гардероба, в которой вы будете себя чувствовать настоящей женщиной. Вот элегантной, женственной, и будете нравиться себе, получать удовольствие от своего образа в зеркале. Пишем создать самый модный, ну и самый выгодный, конечно же, гардероб. Если мы берем, кладем два лота в корзину по 999 рублей, мы получаем фиксированную доставку от телеканала Шоп-н-Шоу. Ну, а если 5 лотов, то целую, то вообще бесплатную доставку от телеканала Шоп-н-Шоу в любой город России. Размеры у нас от 50 до 60. Как правильно подбираем для себя размер? Юль, здесь берем размер в размер. Ну, или, например, если уж совсем у моей бабушки, например, у одной из двух, одной размер восьмой груди, в этом случае не пятый. Тебе на пятый можно взять размер в размер. Так. А бабушке на восьмой все-таки я бы взяла на размер больше. Другая бабушка у меня, Любовь Иосифовна, у нее фигура яблоко. И для того, чтобы ей комфортно было, чтобы она не стеснялась объемных форм, силуэта, я тоже ей посоветую размер, на размер больше. Но в целом эта блуза берется размер в размер. Обрати внимание, вот здесь свободный крой сверху. Я подойду к нашим девушкам и одновременно покажу, что эта блуза хорошо смотрится, и даже с эффектом оверсайз, на мне она, разумеется, выглядит свободнее, чем на девочках. Посмотрите, пожалуйста, на Людмиле, я демонстрирую, не глубокий, но интеллигентный, немножко расширяющийся вырез зоны горловины. Далее, мы захотели вертикаль, вот, пожалуйста, бусы по вертикали повесили. Плечо, реглан, обратите внимание, без всяких прострочек, является продолжением самой фактуры. И здесь просто мы даже без всяких швов, чтобы не утяжелять рукав, посмотрите, какой он воздушный. Вот так ветер подует, я не знаю, посмотрите, как красиво. Он переливается, здесь просто тоненький аккуратный шов. Далее, все, что мы захотели бы скрыть в зоне руки, скрывается значительно, почти до локтя, хотя рукав свободный, правильный крой. И повернись, пожалуйста, Люд, вот посмотрите, вот здесь у нас остается пространство, да, чтобы кожа дышала. Спасибо. Спинка, здесь посередине шов, только он, больше никаких дополнительных элементов, выточек нет, ничего, чтобы вас смущало. Поворачиваемся лицом, правда красиво, да? И опускаемся чуть ниже. Пожалуйста, пожалуйста. Вот здесь у нас широкий манжет. Посмотрите, здесь порядка 8 сантиметров. То есть это прям пояс. Захотели, носили, носим повыше, как это делает Люда. А Ульяна
подчеркивая красоту юбки в стиле Гаде, опускает вниз. У нее фигура, благодаря тому, что тонкая талия и пышные бедра, возникает сейчас ощущение песочные часы именно потому, что она опустила свою резинку от блузы поверх юбки. Я же, в свою очередь, вообще беру и заправляю блузу. Если у вас фигура песочные часы и вы захотите надеть высокую талию, можете надеть. Кстати, у меня не песочные часы, я просто умело подчеркиваю это высокой талией. И, конечно, посмотрите на этот струящийся воздушный эффект, на этот объем, и вы видите эффект марева. Ощущение, что как будто бы водной гладью скрыты одни розы, а сверху располагается на поверхности второй слой, более яркий, контрастный. Красиво, да. Соблазнительно, да. Брать непременно, да. Будьте красивы. У нас ажиотаж в школ-центре, и сразу три цвета. Белый, серый и голубой. Эксклюзивная блуза с потрясающим цветочным принтом, освежающим, омолаживающим, дарящим вам настроение весеннее. Ну и, конечно же, эта блуза еще и грамотно корректирует вашу фигуру, скрывая все ее недостатки и подчеркивая все ваши достоинства. Вот надевать блузу и получать удовольствие от своего отражения в зеркале, это действительно достойно вот наших прекрасных женщин, которые нас смотрят. Девочки, выбираем для себя блузу Карла, желательно в двух цветах, для того, чтобы получить фиксированную доставку от телеканала Shop & Show. У нас заканчиваются блузы и в ментоловом цвете, в 60-м размере у нас осталась последняя блуза. Да. А ментоловый цвет, кстати, самый молодящий, поэтому действительно стоит поторопиться.